Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. 4 миллиарда потратят на жилье для переселенцев из аварийных домов. Второй год власти занимаются расселением домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 год. Планируется, что до сентября 2025 в новое жилье заедут более 7 тысяч жителей Кировской области. В этом году 910. Для них в Кирове строят два дома на Зеленина и Садовой и покупают отдельные квартиры в ряде районов. В 2021 году должны появиться 6 домов в Кирове, Вахрушах, Вапаринском и Зуевском районах. Кроме того, теперь власти хотят проводить единый конкурс на проектирование и возведение дома, чтобы, получив федеральные деньги, сразу приступать к строительству. Программа «Экономика». В Кирове тем временем принудительно снесут кафе. Строение в сквере Трудовой Славы на пересечении Профсоюзной и Карла Маркса признано самовольной постройкой. Решение арбитражного суда вступило в силу еще летом. Собственнику дали 2 месяца на снос, но кафе продолжает работать. Теперь в отношении владельца возбуждено исполнительное производство, итогом которого будет ликвидация постройки, говорят в мэрии. В прошлом году горадминистрация установила, что вместо нестационарного объекта в сквере появилось капитальное строение, разрешение на которое не давалось. Экономика на 101 FM. Некоторые соцвыплаты перестанут перечислять не на карты МИР. Трудности могут возникнуть с 1 января 2021 года. Сейчас в Кировской области уже только на карту системы МИР переводят часть пособий. Например, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком и ряд других. Со следующего года сюда включаются выплаты на детей от 3 до 7 и на 3 ребенка. Получателям нужно завести новые счета в банках и направить реквизиты в соцзащиту. Нововведение не относится к получателям средств через почту или на сберкнижке. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 77,28, евро 90 рублей 72.